Итак, давайте приступим к уроку номер два, в котором мы скажем Аире привет с помощью децентрализованного приложения. То есть, по сути, мы с вами попробуем прямую коммуникацию приложения пользователя и вашего пока что гипотетического робота. Хоть и с точки зрения технической, он у вас уже будет готовый, можно к нему доставить пару роспакетов, он у вас даже поедет, может попрыгать, а может еще даже что-нибудь вам сварить или приготовить. Так вот, ладно, вернемся. Сначала нам нужно обратно вернуться в консоль Аиры и выполнить следующую команду. IPFS PubSub LS, чтобы посмотреть, на какие каналы обмена сообщениями в IPFS, Publisher, Subscriber, ваша Аира сейчас подписана на прослушивание. Вот в прошлом уроке для того, чтобы обмениваться сообщениями и вообще то, куда Аира ваша начала отправлять, что она онлайн, это был граф .4.robonomics.eth. Второй, который вы видите у меня на экране выводится канал, это aerolab.lighthouse.4.robonomics.eth. Больше я всю длину этого сообщения не буду произносить, я буду говорить просто канал aerolab. Вот. Соответственно, для того, чтобы первый урок проходил, нужно, чтобы Аира была подписана на данный канал с ходу. Как видите, я ничего дополнительно не добавлял. У меня Аира на оба подписана. Но если у вас отсутствует какой-то из этих каналов, то вам необходимо будет выполнить команду systemctl restart liability. Это как раз сервис Аиры, написанный нами, который обеспечит всю эту связку в работе IPFS PubSub каналов, модулей эфириума и логики ROSA. Вот. Соответственно, вы выполните эту команду, подождете минутку там или пол, и после этого еще раз проверите вот так же IPFS PubSub LS, что у вас подписаны оба канала или хотя бы для этого урока, что... Тоже важно, это что важно, это AeroLab. То есть граф, в принципе, для первого урока важен, но если он у вас сейчас не будет вводиться, это не повлияет на прохождение данного урока. Главное, чтобы AeroLab канал в PubSub у вас, соответственно, выводился при вводе команды IPFS PubSub LS. Окей, если у нас выводится, то следующим действием мы с вами должны сделать следующую команду. ROS run. И дальше hello Aira, пробел hello Aira. Enter. И начинает работать Aira в режиме прослушивания сообщений, которые по протоколу коммуникации Robonomics отправляются в канал AeroLab в IPFS Publisher Subscriber. И сейчас Aira будет ждать сообщения, которая по факту просто пришлет ей привет Аира. Итак, где у нас находится DAP? DAP у нас находится по следующему адресу. aerolab.github.io/robonomics_tutorials. Ссылку и команды я, в принципе, в тексте к уроку напишу, так что смотрите описание урока, там найдете полезные для вас ссылочки и сами команды. Окей, так как это DAP, ему нужен, соответственно, плагин MetaMask. Если вы в Google Chrome работаете, это проще всего, либо для тех, кто глубже в теме, есть браузеры, который уже Web3 поддерживает. И есть, например, приложение «Статус» для телефона. В «Статусе» не пробовал, кстати, но обычно все, что в MetaMask заводится, в «Статусе», ну, довольно часто работает, из наших разработок, как минимум. Окей. В общем, если вы откроете данную ссылку aerolab.github и дальше в браузере с MetaMask, сначала вам появится диалоговое окно MetaMask, которое сигнализирует вам, что этот сайт использует Web3 и хочет вообще узнать о
ваших ключах, узнать не о ваших ключах, узнать о метаинформацию, открытую, которая, в принципе, публичная. Вот. Соответственно, перед тем, как вы сможете зайти на сам сайт, вы подтверждаете Connect, и после этого у вас открывается вот такое вот приложение, в котором смотрите Lighthouse и дальше AeroWAP. Lighthouse. Ну и вы поняли, тут тот же самый канал обмена сообщениями, Publisher Subscriber, указан, что через него будет проходить обмен сообщением. И дальше вы нажимаете на кнопку «Сказать привет Аире». Появляется диалоговое окно MetaMask, с помощью которого мы подпишем с вами сообщение, которое не отправит транзакцию в блокчейн. Это просто будет, видите, здесь месседж, подписанный ключом, пост по стандартам протокола коммуникации Рабономики, который должен был сформироваться, чтобы Аира смогла обработать это сообщение и понять, что же вы ей отправляете. Ну и, в общем, подписываю я это сообщение, вижу уведомление, сообщение отправлено, посмотрите в консоль Аиры сейчас. И что я вижу? Я вижу сообщение, пришедшее Hello, Аира. Давайте попробуем еще раз отправить. Нажимаем. Идем. Подписываем. Опять видим, что сообщение отправлено. Переходим обратно. Видим второе сообщение. Ну вот, мы с вами прошли второй урок.